Ленинское местное отделение Всероссийского общества слепых отметило 25-летие. Торжественное мероприятие состоялось в районной библиотеке, куда поздравить виновников торжества пришло множество гостей. Общество слепых ведет активную деятельность, взаимодействует со многими организациями и постоянно принимает участие в различных мероприятиях. Поэтому друзей за эти годы у них появилось немало. От души мы поздравляем их с таким большим юбилеем, 25-летием организации. Желаем им процветания, чтобы они принимали также активное участие в жизни города нашего, района. Вот. И чтобы у них было все замечательно, успехов им в дальнейшей жизни общества. На протяжении 10 лет общество слепых возглавляла Вера Зарянская. С ее именем связаны самые активные годы организации. Сейчас общество возглавляет Евгений Зорин, который старается продолжать сложившиеся традиции, собирать всех вместе и интересно проводить время. В обществе слепых вообще жизнь очень интересна у нас. Мы там занимаемся, нас приглашают из библиотеки, приходит у нас женщина, нам читает, кто плохо видит, особенно там журналов, заметки. Во время проведения торжественного мероприятия председателю общества слепых был вручен поздравительный адрес от главы Ленинского района и сертификат на 30 000 рублей для приобретения необходимых организации вещей.